Лабио биколор. Значит, эффектная рыба с торпедообразным телом, нижнее расположение рта, значит, растительноядная, но в аквариуме является пастухом. Ну и рекомендуют содержать или одну особь, или не менее пяти, то есть во избежание стычек. Из двух обычно один второго, значит, гнобит. Кормление всеядное, как для основной массы аквариумных рыб. Вырастают, ну, у меня 9-сантиметровый был.